Футболисты Астаны обыграли чешские Яблонец в рамках группового этапа Лиги Европы. Подопечные Григория Бабаяна открыли счет в матче на 17-й минуте. После подачи углового передачу замкнул полузащитник столичного клуба Педро Энрике. Отыграться у Яблонца получилось в концовке первого тайма. Чехам также помог угловой. После него мяч в свои ворота срезал Зайнутдинов. Во второй половине встречи развязка наступила в концовке. Волевую победу Астане принес гол защитника Евгения Постникова на 88-й минуте. Таким образом, Астана с 8 очками возглавляет таблицу группы К. Следующий матч чемпиона Казахстана встретится с киевским «Динамо» 29 ноября. Были моменты и в наши ворота, но нужно отдать должное нашей команде, которая боролась до конца, до последнего. Однозначно могу сказать, у этой команды есть сумасшедший характер. И думаю, что в конце мы абсолютно заслуженно додавили. Почему? Потому что 10-минутку выдали просто сумасшедшую. Было бешеное давление, бешеное желание. Важно было сзади не пропустить, сыграть организованно, не попасться на контратаку. С этим мы справились.